Всем доброе утро. Уже давно утро, я уже давно проснулась. Хотела начать влог с хорошей нотки, то, что все прекрасно. Я сажусь за завтрашний экзамен, у меня завтра экзамен. Должен быть автомат, дай бог, у меня будет автомат, потому что не хочу, не могу. Всё. У меня новогоднее настроение. Но меня тошнит. Я уже полчаса сижу, буквально сдерживаю себя. Мне прям, мне кажется, озноб, тошнит меня, еле-еле с горя пополам сижу. Ну, сейчас мне полегчает, я сяду за билеты, потом мы с вами делаем мне ногти. А потом я хотела бы сходить в магазин, докупить сладости для подарков. И, кстати, давайте я немного расскажу, кому какие, я доброе утро вообще сказала, кому какие подарки я собираюсь дарить. Маме я вчера вам не сказала, что купила, но увидите. Папе тоже увидите. Блин, просто прикол в том, что все смотрят мои влоги. Вот мне осталось купить сладости для девочек, но Диане я сделаю кое-какой подарок. Я думаю, что я смогу его сделать, купить, найти. Не знаю, как правильно сказать, просто она смотрит мой влог, не дай бог, она поймет. Диана это хочет... Она об этом говорила мне не так давно. А я уже давненько задумала ей это подарить. Я надеюсь, она очень обрадуется. Но на то, чтобы осуществить этот подарок, нужно время. Вот, поэтому я хочу сегодня этим заняться. Как-то надо сегодня все успеть. Что ногти я потом не смогу сделать. И не хочу вести в Стерлитамакс с собой все. Поэтому сделаю в Уфе. Я поняла, что сегодня уже 25-е или 26-е. 26-е сегодня уже. Я через 4 дня уезжаю в Стерлик. Все, слава богу. Ладно. Пойду я немного полежу и вернусь к вам. Как мне полегчает. Ребята, я уже проснулась. Не только что, минут полчаса назад, где-то минут 30 назад. Я поела, все нормально, мне не тошнит больше. Я еле как проснулась, потому что я была без будильника. Сейчас я хочу сходить в магазин, купить сосиски, приготовить, ну, овощи, помидоры, огурцы хотя бы, и приготовить на ужин заранее, покушать, и потом уже садиться за все дела. Потому что пока на улице не темно, я могу спокойно выходить. Я не знаю, просто страшно, вот, когда темно. Так что пойду я выходить. Вчера я, кстати, постирала свою куртку. Наконец-то у меня все чисто. Рукава чистые. Классно. О май гад, съемка разрешена. Мы заснимем все. Так, мне нужны шоколадки. Но я предполагала, что здесь коммунарка. Это что за шоколад такой интересный? Просто в упаковке. А, это молочный. Ладно, я пошла выбирать шоколад. Если что, выберу, вернусь к вам. Ребята, я чуть не взяла шоколад за 140 рублей. Пипец, блин. Я думала, это он стоит 50 рублей. А вот это 50 рублей стоит. Ладно, шоколад я куплю завтра. Красный, белый. Ребят, сосиски выбрала. Но я не знаю, они вкусные или нет. Меня очень заинтересовали вот эти. Но они просто из птицы. Вот. Ребята, я хожу, брожу. Тут уже набрала. Помидоров нет. Ну, есть только помидоры в упаковке. Но мне не надо так много. 150 рублей, блин. Ладно, без помидора обойдемся. Что вы думаете? Это я просто без линз. Оказывается, там были помидоры. Я смотрю, на кассе стою, у девушки помидоры весовые откуда-то. И оставила продукты, да пошла искать. Нашла. Ох, на улице так хорошо, знаешь, прям заходить неохота. Не надо. Так что, блин, ответить на билеты. Я до сих пор это не сделала. Завтра экзамен, по сути, должен быть. Я еще не делала ногти. Сегодня должна. И не упаковывала подарки. Тоже сегодня должна. Так что быстрее пошли все делать. Все, сейчас мы с вами будем готовить быстренько пюре. Пока оно будет вариться, я пойду отвечать на вопросы. Самое печальное то, что... Пол стоимости моего чека, моих покупок. Что такое? Это сладости. Большая половина. На подарки. Ну ладно.
Показываю, хлеб купила. Затем такие сосиски все-таки взяла. Я не знаю, нормальные нет. Мы с вами попробуем. Ну, вроде эта фирма нормальная, насколько я помню. Так что пойдет. Шоколадки взяла. Такую шоколадку взяла. И два помидора. И один огурец. Все, сейчас я буду готовить нам ужин. И наконец-то кушать. Так что, наверное, не буду показывать, как я готовлю. Я ничего особого, особенного, дикого делать не буду. Просто резать картошку, варить, заливать молоком. И варить сосиски. И резать салатик. Все. Сегодня утром пересматривала свои влоги. Майские, июньские, так клёво было. Во-первых, там свежие огурцы, помидоры свои. Ну, из деревни нашей. Там даже магазины вкусные, там они дешевле. Всякие травы, там руккола, петрушка тоже самое. Да хочу. Но заметила то, что во всех влогах майских я шмыгаю. Так что, возможно, ли реально аллергия. Не знаю. Ладно, об этом узнаем через полгода. Ребята, ну вот и все, и готово. Я хочу есть, я сегодня что? Я сегодня пила чай. С блином. Блинами. Салатик я приготовила. Все, я очень хочу есть. Всем приятного аппетита. Я уже начала подготавливаться, грубо говоря, к экзамену. Вот, я надеюсь, я сегодня лягу где-то полтретьего, в два хотя бы, потому что мне нужно успеть сделать ногти, ответить на билеты. Ой! И мне надо успеть. Ой, боже, что мне надо? Я уже испугалась, я не помню. А, я сейчас лекционную тетрадь свою проверяю. У меня все лекции есть, но они все вроде как в перемешку, поэтому я ничего там не понимаю. Я пишу заново две лекции. Всем приятного аппетита. Всем доброе утро. Влог продолжается на следующий день. Что я сказала? Потому что я проснулась. Ой, я уснула. Три. Легла в два. Не могла никак уснуть, потому что по днём спала, помните? И сейчас еле как встала. Я собираюсь уже завтракать, скоро выходить. Вчера готовилась к экзамену. Надеюсь, его не будет. Ну, там просто автомат должен быть. Вот. Сделала ногти вчера, нанесла чисто гель. Угадайте, на какие из двух ногтей здесь не свои, а гель на этой руке. Ну, я должна это все еще допилить, так что сегодня займусь этим. Вчера чисто быстренько форму нанесла, без опила почти. И вот эта рука тоже. Вот. Буду делать красные ногти. Все, всем приятного аппетита, у меня там подгорают. Ребят, я приехала. Смотрите, тут у нас что-то строится, ледяной городок. А еще у меня болит горло. Надеюсь, что из-за того, что просто я давно на улице не была, и из-за холода оно болит. Так красиво тут будет, я чувствую. Только как-то поздно, уже 27-е. Ну ладно. Вау, тут у нас еще такие будут ларечки. Смотрите, там уже выпиливают, тут деревья уже украсили шариками. Короче, красиво, все, я побежала. Я воняю пирожками. Реально? Ну, чуть-чуть пахнет. Мы пришли в столовую, у нас тут ремонт затеяли. И в буфете пустые, ни на что не буду кушать. У нас пока вход через преподавательскую столовую, буфет. Я иду в туалет, девочки остались в столовой, потому что я не уже устала со мной 550 раз ходить в туалет. Я просто очень много воды пью. Вот. Мы все еще ждем начала экзамена. Мы все еще с ним в столовке, ситуация. А я надеюсь, что у нас будет автомат, но, возможно... Ну, нет, не... он должен быть вообще по факту, как бы... Но я боюсь, если автомата не будет, и мне придется сидеть, я хочу кушать, но я не хочу кушать, смотрите, я хочу тратить деньги, я хочу просто поесть дома, чтобы не тратить. И я вот сейчас лежу и думаю, как мне быть, покупать мне тут что-нибудь или нет. В итоге мы взяли пиццу. Правда, одну напополам. Это мое. Остальное твое. Нормально пойдет. А Юля уже поела.
Все, мы идем на экзамен. Надеемся, мы скоро вернемся к вам, когда уже сами узнаем, какие у нас оценки. Ну-ка, что бери, да? У меня что-то нету. Че, какие чувства? Сейчас узнаем, автомат у нас или нет. Мне кажется, автомат. Я что-то прям переживаю. Не хочу ничего писать. Ну что ж, ребята, я вышла из кабинета. У меня автомат, 4-ка. Я не пропустила ни одну пару. Все-таки не зря я это делала. Я в 8 утра ехала сюда из-за одной лекции. Весь этот учебный период, так что все не зря. Но, к сожалению, Ангелина сидит, пишет билет. Надеюсь, что она все напишет, потому что она все напишет. Сейчас узнаем, Юля пишет или нет. У Ангелинки 4, она огромная молодец. Мы уже едем домой, будем готовиться к завтрашним 2 зачетам. Я уже не могу, сил нет. Дай бог, завтра так же все будет хорошо, как и сегодня. А вот послезавтра, дай бог, так же будет хорошо, как и сегодня. Вы вообще поняли, что я сказала? А? Я говорю, ладно. Сколько у меня, 2 балла там? У тебя 2 балла, все правильно. Ну, 52. Все, мы садимся кушать, мы уже дома. Всем бон аппетитус. Ребят, у меня такое чувство, как будто я заболеваю. Я тоже. У тебя на смарке есть? Нет. У меня есть. Ангелина начинает делать мне ресницы, наконец-то. Она что, не до конца опускается? Только так? Не знаю. Все, вернемся, когда ресницы будут готовы. Они у тебя спустились? Ты вымыл? Вот сейчас у нас процесс вот такой. Смеешься? Да. Мы выходим за подарками. Ты что, ой, ребята, я пропала горло. Все, мы пойдем. Там как будто кто-то шел. А? Там как будто кто-то шел. Больше ребят, я меряю температуру. У меня сейчас было 37. Это безжатутный градусник. Я не знаю, как его сбить. Я, кстати, лечу горло вообще тут. Ну, как, брызгу, полоскаю. Сейчас буду его корректировать. Там не видно. Возьмешь вот так смайликом. Закрасишь. Не получается его стрясти, ребятки. Пипец, все. Это этот градусник на один раз. Это влог? Это влог. Ребят, мы уже идем спать. И мне горло дрет так. Блинска. Дрет так, что вот так тут стоит у меня. Все, я ставлю на зарядку. Часики тик-так. Не знаю, мне все равно. И мы идем спать, так что встретимся с вами уже завтра. Всем доброе утро. Мы проснулись и собираемся кушать. Я хочу быстрее приехать обратно домой спать. Прям всем проснулся. Ангелина накрасилась, помыла голову. И я. Ну, вообще лень, ребят, вообще это. Не до этого, сами понимаете. Все, ребят, мы уже в унике. Я надела маску, чтобы, не дай бог, никого перед Новым годом прям не заразить. Ну, не думаю, что она сильно помогает, но будем надеяться, что я никого не заражу. Старая маска? Это новая маска, я в шкафу взяла. Да, это новая маска, я вам серьезно. Мы повторяем тут все. Ой, блин, когда уже начнется, закончится, потом еще начнется один зачет и закончится. Ребята, у нас зачет. У нас остался еще один зачет, мы в столовой. Ой, могу я много, у меня не очень хорошо. Вообще терпимо. Вот, мы сейчас будем кушать. Выгляжу, я просто кофе пойдем. Так что все, всем приятного аппетита. Человек покупает ежедневно фанту. Ежедневно. За сколько? 65? Сколько ты говорила? А потом жалуемся, денег мало. Я никогда не жалуюсь, что мне денег мало. Молчать. Это для этого. За бибикой. За бибикой?
Приятного аппетита. Мы поспали и будем кушать. Я взяла рассольник. Всем приятного аппетита. Рассольник. Ребят, мы сдали последний зачет, и я бегу домой. Я дома. День номер два. Я не могу стрясти градусник. Тут все так же 37. Меня все раздражает. Это нет слов, ребят. Какие позитивные видео. Я заболела в Новый год. Прошел час, я до сих пор не измерила температуру. Мой градусник в носке. Такой способ я нашла в интернете. Мне кажется, я уже выздоровела, блин, пока трясла этот градусник. Ребята, я не помню. Я последний фрагмент снимала, как я сбивала градусник. В итоге я не смогла померить температуру, потому что у меня почему-то градусник не работал. Я вообще не понимаю, какой градусник я купила. Но в итоге я поспала часа два, и у меня, болит горло, конечно, и состояние не очень, но намного лучше, чем днем сегодня в унике, и утром мне прям очень плохо было. Сейчас нормально, так сказать. А в итоге я еду домой. Завтра у меня последний зачет с оценкой. Влог продолжится до завтра, чтобы назвать влог «Закрыл сессию», чтобы все сразу в этом влоге было. И вот. Домой из Тельдамак я еду 30-го. Я должна была ехать завтра. Думала, что поеду. Я немного расстроилась, но с другой стороны, у меня есть время тут хотя бы найти убраться в квартире завтра после пары, после зачета. Ногти, может, сделаю. Короче, нормально. Конечно, грустно то, что я на день позже приеду, да ладно. Ребят, я закончила дела с учебой и сажусь упаковывать подарки для Ангелины. Этот влог выложу завтра, послезавтра, я не знаю. И, собственно, все, что я подарю, это шоколадка и маска. Мы с ней договорились дарить самое простое что-то. Она мне сделала ресницы, я ей дарю такой маленький, очень маленький подарочек. Ребята, всем доброе утро. Я не знаю, почему я включила вспышка. Сегодня пятница, 29-е, последний зачет. Я очень рада, я надеюсь, я хорошо на четверку сдам. Все пойдет как по нужно, по моему плану. И все, я свободна в плане учебы. Я уже собралась, выхожу, ничего утром не снимала, потому что я достаточно поздно встала, чтобы еще поспать. По состоянию у меня уже легче, у меня нет температуры по ощущениям. Вчера мне было плохо, сегодня нормально. Чисто горло все равно как бы поваливает, но терпимо. Все, встретимся в унике. На что 5000? Подарки. А мне подарок где хоть на рубль из этих? У тебя, я тебе тоже сказала. А? Я тебе тоже. Не, зачем? Это шутка, Юля. Ничего мне не надо. Ну ладно. Просто с Новым годом скажи и все. Бомбочка для вас. Кризисный год этот, какие подарки? Все. У нас скоро начнется зачет. А вон Ангелина. Привет. Это что, опять что-то на продажу? А? Опять что-то продавать? Да, заказали. Так, ворона, да? Число зачтение произведения. Я боюсь. Ну вот и все, Ну все, ребята, это был последний зачет у нас, четверки. Мы вундеркинды просто. И все, я не верю, все. Но этот семестр дался легко, если честно. Но английский, конечно, да. Сложновато дался, остальное легко. Так что все, мы сейчас идем на почту, потом идем на гостиный двор. Мне нужно купить форму для наращивания ногтей. Потому что у меня их нет. Может быть, еще посмотрю базу и гель для ногтей. На. Ну ты знаешь, что-то можно распаковать. Просто посмотри на упаковку. А на упаковку? Ну на упаковку. А, ты... Я думала, ты сама писала. Ну нет. Как тебе? Блин. А ты показала, что здесь написано? Вон, что там написано. Я выбираю было для своих... Этих для Дианы, Насти и тебя такую упаковку. А, или Никиты. Надеюсь, они посмотрят плохо. Ну, такой-то ей iPhone 14 плоский. Плоский? Ну вот. Ну, я вчера сама... Маска? Там маска и шоколадка. А
Ну, маску не передари, Вилан сама использую, она прикольная. Попробуй. Я вчера ели, как это зашлифовала. Куда уезжаешь? Ох ты. Там улетаешь? Да. Пока. Наступающий. Давай, пока. Хорошо, добрый день. Ребята, я дома. Сессия закрыта. Красота. Показываю, что я купила. Я купила Майстер Муру. Не буду углубляться, зачем она мне, может, кто знает. Вот. Буду пользоваться с сегодняшнего дня. Купила базу. Ой, гель замораживания. Вот такой фирмы. Первый раз ее вижу. Базу какую-то странную за 300 рублей. И корм для наращивания. Ну а на этом влог я хочу закончить, потому что он был посвящен сессии. Я ее закрыла, хорошо взяла все, и поэтому влог заканчивается. Сегодня буду снимать другой влог, потому что он уже будет связан с новогодней тематикой. Так что все, всем огромное спасибо за просмотр этого влога, и встретимся с вами в следующем.